Как-то раз бабушка красного шарика отправилась в лес и не вернулась. Но Красныш узнал об этом и сразу отправился ее спасать. Привет, друзья! Мы продолжаем наше приключение! Какое? Ну, бабушку ж я ищу всю свою! Ох, я уже столько этих негодяев предал! Ой, глядите! С пилой ходит на цепи! Ой-ой-ой-ой! И не просто ходит, да в нашем родном дворе! Это ж дом с бабушкой! Вон мельница наша! Видите, вдалеке стоит такая! Ой-ой-ой-ой! Вот тебе! Ох! Ой, а пила-то не исчезает! А что ж с пилой-то делать? Ой, я прыгать на нее не буду, в прошлый раз я уже прыгнул! И мокрое местечко от меня осталось одно! Это еще что такое? Что это такое там виднеется? Ой, непонятно. Ой, смотрите, он наклоняется там. Там бомба. Ой, надо прыгать. Ух ты, глядите. Там этот с бомбой на веревке. Ой. Мало того, что толкнул меня, так еще и взорвал. Ух ты, тут становится все опаснее и опаснее. Ой, бедная бабушка, надо скорее найти. По-добру, по-здорову. Да мало ли, что они с ней хотят сделать. Негодники-то эти. Так, тихонько. Так, где он там с бомбой своей? Ой, надо прыгать, пока... Ой, не вернулся. Так. Ой. Может просто убежать и не трогать ее. Ой, лучше я просто убегу. Нет, я не трус, вы не подумайте. Просто я не хочу подорваться на бомбочке этой. Эй, ладно, не будь я красным шаром, вот тебе! Ой! Так и знал, что не надо эту бомбу трогать, вы видели? Ой, когда я этого того победил. Бомба взорвалась, и мост взорвала этот. Ужас какой. Все, надо просто через них. Ой, да что ж ты еще толкаешься? Ой, беда. Это, наверное, не мой день какой-то. Что-то все против меня. Ой, это просто уже так сложно. Наверное, скоро уже бабушку найдем, раз тут... Ой, да куда ж ты? Ой, теперь главное. Фух, перепрыгнули. О, смотрите, она куда-то покатилась туда, пила. Тут то место, к бомбе туда. Ой, надо как-то так перепрыгнуть, чтобы не наткнуться на нее. Так, тихонько. Как-то бабуля училась. Ничего не бойся, красный шар. Я тебе сделаю... Ой, смотрите, бомба вниз упала. Вот это прикол. Прикол-приколыч. Ладно, выходить отсюда надо. По-добру, по-здорову. Там что, опять этот с бомбой что ли ходит? Ну-ка. Да, точно, опять со своей бомбой на веревочке. На цепи. Как этот, как собачку. Водят вот таких вот маленьких ручных. Так и это твой. Фух. Ой, слава богу, флажок. Ой, две жизни у нас осталось. И что ж нам делать-то? Будем очень аккуратными. Так, тихо, ящик. Ты мне, наверное, тут нужен. Ой. Так, тихонько. Вот так. О, смотрите, как круто. Получилось, как домино. Знаете, что такое домино? Такие штучки. Там нарисованы точечки. Это означает... Ну, в общем, не важно. Игра такая есть. Так, тихонько. А как же мне сюда? Эй! Ой, не допрыгиваю. Придется за ящиком возвращаться. Ой, надо осторожно, а то сейчас как сделаю, палка упадет и будет мне тогда... Будет мне беда тогда. Ой. Ой, ящик, давай отсюда. Ой, ящик задвинулся. Как же мне его выдвинуть-то? Так, тихонечко. Ой, фух. Эй, ящик, давай выдвигайся, ты мне нужен там. Без тебя не пройду-то вообще. Давай. Ой. Ох, ё-моё, что тебе уговаривать, что ли? Давай, конфетку тебе дам потом, когда найду. Пирожками бабушкиными угощу и блинами. Ой, какие бабушка у меня блины печет. Ой, пирожки с маком делает. Я вообще нигде больше не видел таких пирожков с маком. Вообще редко где увидишь маковые пирожки. Ой, и кажется, этот ящик-то оттуда не смогу достать. И что ж мне делать-то теперь? Я отсюда сам не допрыгну. Ой, была бабушка, она меня подсадила, наверное. Одному никак. Ладненько, сейчас мы переиграем чуть-чуть. Ну-ка. Ух, надеюсь, это не заново. С самого начала от этих бомб, что ли? Я думал, я на флажке окажусь, а не здесь. Ой, беда бедушная. Ну и ладно, я тут уже знаю, как справиться с этими. Давай, дед там, бомбу свою тащи на своей цепи. Так, тихо. Ой, фух, что-то происходит, непонятно. Ой. И тут еще этот с бомбой. Где же он там? Эй, бомба, бомбомет. Это его питомец, наверное. Он и бомба, у них странный питомец. Вот у нас то ли дело, кошечки, собачки. Они со собой пилы, бомбы носят. Ужас какой. Ой, фух, я бы тебе показал. Да ты мне мозг взорвешь, я потом не пройду. Ой, вот теперь я буду осторожен. Так, ящик, может я потом за тобой вернусь? А вдруг ты потом не этот? Ой, что ж делать-то? А вдруг я потом не запрыгну сюда? Ну-ка, не запрыгиваю. Ладно, ящик, я потом за тобой вернусь, будь здесь. Ну-ка, проверю, вот, точно могу запрыгнуть. Что ж мне делать-то? Тихонько. Ой, надо это перевернуть, только очень осторожно, чтоб она. Ой, так, тихонько. Чтоб ни одна из них не упала вниз. Ой, тихо, как неровно получилось. Я поправлю, так. Теперь за ящиком. И очень аккуратно. Ух, ящик. Так, не подведи меня. Так, вперед, только осторожно. Вперед! Ой, смотрите, как поскользил. Как по льду. Ничего себе, я сильный. Вот так-то лучше. Фух, думал, сейчас его убежит. Ура! Хороший ящик. Ой, смотрите, я тут сам скольжу, как по льду. Глядите, выполняю пируэт. Ничего себе. Какая скользкая. Я что, кто-то вазелином намазал или маслом подсолнечным? Скользкая доска какая-то. Ой, кажется, что-то происходит. Не, ничего не происходит. Кажется, тут обрыв происходит. Ой,
Вы там далеко до той интересы допрыгну я. Ну-ка, за бабушку! Фу, допрыгнул. И опять этот прыжок никуда сейчас будет. Ну-ка, за бабулю! Фух, что столько... Ой, прыгать надо. Ой, это вообще самое дальнее. Придется собрать все свои силы в кулак, чтобы допрыгнуть. И фух. Еще дальше. Да что, издеваете, что ли? Как до той-то я допрыгну? Разгона даже нету. Маленькая очень платформа. Уэй! Фух. Да сколько ж можно-то? Они издеваются надо мной, наверное. Ой-ой-ой! Фу. Ой. Ну, бабушка, ради тебя на такие жертвы иду. С тебя... Ой, 1000 блинов потом. Фух, допрыгнул. 1000 блинов и 1000 пирожков. Фух. Ой-ой-ой. А тут даже не вижу платформы. Ой, давай-давай. Уэй! Фу. Ой, ну этот вообще легкий. Без цепи, без пилы, без бомбы. Ишь ты, напугать меня думал. Меня просто так не испугаешь. Ой, перенесло нас куда-то. Ой, пила, я что-то такого не помню. Ой-ой-ой-ой, весь мир наш переделали. Весь дом мой, полянку родную. Пил тут понаставили. Еще пила. Да что, издеваетесь, что ли, надо мной? Ух, я покажу, кто это сделал. Ух, ты у меня получишь. Все это уберешь. Ух, интересно, кто за этим стоит всем. Злой волшеб. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то тебе не понравилось, как это пила. Ой, сделала, ай, фух. Ой, надо поосторожнее с ней быть. Совершенно она мне не нравится. Так, осторожно, осторожно, ой. Фух, убегаем. Ой, ё-моё, тут еще и кучу этажей. Наверное, специально построили лабиринт такой, чтоб меня испугать, но я, ой, бесстрашный. Ничего не боюсь. Ну, только пил немножко. Фух, тут, кажется, пилы нету. Осторожно, осторожно. Тут на каждом шагу подстерегают опасности. Ну-ка, ой, какое здоровое сооружение. Фух, кажется, прошу. О, ура, флажок. Вот только проблема одна есть. У нас всего одна жизнь осталась. Если мы попадем... Ой-ой-ой-ой! Еще этот с пилой своей. Убери свою пилу, мне пройти надо. Могли бы с тобой дружить, если бы ты не был таким вон злюкой. Ой, кстати, пила катится. Давай-давай, катись быстрее, мне пройти надо. Я вот красный и круглый, и ты красная и круглая. Такая добрая, а ты вон пила злая. Ну давай бы скорее ж. Ой, мне торопиться надо, а ты еле катишься. Можешь перепрыгнуть через нее? Ой, боюсь, что я не смогу. Вдруг не перепрыгну, и тогда все. Пиши, пропало. Ля-ля-ля. Я ей песенку спою. Может, убаюкаю ее, она остановится. Я смогу так перепрыгнуть. О, флажок! Давай-давай-давай, пила, чуть-чуть осталось до флажка. Фух, да что ж ты. Она все медленнее и медленнее катится. Медленнее и медленнее. Как будто издевается надо мной. Ладно, перепрыгну через нее. Ну-ка. Ой, фух, повезло. Видите, она почти остановилась уже. Ой, тут надо не торопиться. Что-то мне подсказывает, что тут какая-то ловушка будет впереди. Ой. Что, они простые? Даже без пилы и без бомбы? Удивительно. Ой-ой-ой! Ничего себе, какая хитрость! Если б я на него не прыгнул, я б не смог навек запрыгнуть, представляете? А ну-ка! Ой! Ничего себе! Ух ты ж-ка! Как-как... Ой-ой! Ой, а тут что? Тут обрыв, кажется! И обезьяна там обрыв, кажется! И что ж мне делать-то? Или это не обезьяна вовсе? Это обезьяна-зомби! Ой, тихо-тихо! Ой, я прыгать не могу! Ой, тут место какое-то заколдовано, представляете? Ой, а тут могу уже! И вот на тех деревяшках прыгать не могу! Вот здесь! Ну что, попробуем прыгнуть вниз? А вдруг там обрыв? Или шипы? Ладно, попробуем. Эй, лови меня, бабуля! Фух, тут оказалось невысоко. И даже шипов нету. О, глядите-ка, телепортировала нас. Ой, ой, а, ты простой, вот тебе. Простой негодник маленький. Ой, ой, это что такое? А что, падает или что? Ой, ничего не пойму. Как провалилась сквозь землю. Ой-ой-ой-ой, не нравится мне эта штука. И что ж мне делать? Ну-ка, ладно. Я быстро-быстро перепрыгну через нее. Ой, 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 ой. Темные, кажется, не проваливаются. Только вот эти светлые. Надо со светлых быстро-быстро перепрыгивать, чтобы не провалилось. Ну-ка, ой, ой. Ух ты, прям вниз, под землю аж. Ох, беда бедушная. Ой, флажок, слава богу. А то я не хотел бы под землю провалиться. Это никому не понравилось бы. Ой, а то что? Ой, что-то мне не нравятся такие пространства. Ой, я так и знал. Видели? Я тогда же говорил, что сейчас ловушка какая-то будет. Всегда, когда идешь, тихо-тихо и хорошо, потом что-то да случается. Ой. Ой-ой-ой-ой, за мной этот пила гонится. Ой, фух, перепрыгнули. Надо от нее быстрее убежать. Только здесь надо осторожнее. Ой, это что такое? Ой, штука интересная. Ой, ой, кажется, без этой штуки не пройду тут над шипами-то. Я того могу лопнуть. Эй, штука, палка на колесе, ты где? Ой, кажется, она ушла безвозвратно. Эй-эй, ты вернешься за мной? Мне перейти через шипы надо. Палка. Ё-моё, единственный друг и тот пропал. А ну-ка, а где этот? Эй-эй! Ой, шипованная дископила тут стоит. А та палка уехала. Но сейчас опять будет. Ну-ка, где-где-где-где? Тихо-тихо. Эй-эй! Нету! Ух, беда бедушная. Ну и ладно, не больно-то хотелось. Сейчас мы кое-что сделаем.
где там эта палка была? Вы не поняли, что мы сделали? Заново начали! Ой, фух! Я теперь знаю, как вас проходить. Надо быстро-быстро прыгать, а то вы провалитесь под землю и меня за собой утащите. О, смотрите, как мы быстро справились. А где там это? Ой, я помню, тут этот с шипом ходит. Ой, надо с ним быть осторожней. Забирай, забирай своего. Мешает мне тут. Вот тебе, негодник тоже мне. Ой, надо было, чтобы это в другую сторону катилось. Теперь мешаться мне будет. Ой, козни строить. О, класс! Подожди! О, смотрите, я на ней иду! Я как акробат! В цирке! Ой, тихонечко, осторожненько! Глядите, как я балансирую! Как этот? Все, в цирк можно! Ух ты, спасибо тебе, палка на колесе! Ты классная! Ой, а ну-ка еще чуть-чуть побалансирую! Прикольная штука, слушайте! Мне очень нравится! Ой, опять это с бомбой! А ну уйди, уйди, знаю я тебя! Сейчас ты... Ой, а тут закрыто! Ой, что же делать-то? Мост обрушился! Ой-ой-ой! Ну и дела. А как же мне пройти-то? Этот шмус не открывает. Ой, откройте, откройте скорее, там за мной бежит этот. Ой, нет. Да что ж такое-то ты будешь делать-то? Что за мост-то такой, который, ой, взрывается? Вот хитрый. Да скорее ж вы открываете, что ж вы ждете? Тут он этот, быстрее, он за мной идет. Фух, может отомстить ему? Ладно, не буду, а то опять взорвусь и упаду вниз. Фух. Прошли. О, ура, нас перенесло. Ой, какие шипы огромные. Ой, надеюсь они... Ой, что-то не нравится мне это место. Мне кажется, они еще схлопываться будут. Ох, это на следующий раз мы оставим. А пока что я посижу здесь, на облачка посмотрю. Яблочко скушаю. Вот, смотрите, схлопываются. Я же сказал, но я умный, я не пойду туда. Подожду, пусть схлопнутся, а потом побегу. В следующей серии. Ну а пока что ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал обязательно. И до скорых встреч. Пока. Ой, как сейчас я лопну. Бух.